Еще у 7 первоуральцев выявили коронавирус. Общее число заболевших с начала пандемии в нашем городе 564 человека. Выздоровели за последние сутки четверо. Еще 28 пациентов проходят лечение от COVID-19 в стационаре микрорайона Динас. Всего за сутки на Среднем Урале зарегистрировано 183 новых случая COVID-19. Диагноз подтвержден у жителей Екатеринбурга, Алапаевска, Асбеста, Богдановича и еще двух десятков городов. Первоуральск по уровню заболеваемости пока остается на третьем месте. Лидируют Екатеринбург и Нижний Тагил. Добавлю, что с начала пандемии в Свердловской области диагноз COVID-19 выявили почти у 22 тысяч жителей. 307 человек умерли. Семеро из них за последние сутки.